Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Дорогой Дапа, сегодня 14 февраля 2020 года, день всех влюбленных. Ты знаешь, обычно я любил проводить этот день со своим возлюбленным Данилом Геррерой, но чего-то в последнее время он на меня так обиделся, что и ВКонтакте забанил, и в Телеграме не отвечает, и там в ICQ, в агенте Mail.ru, в Амиго, да и во всех прочих вещах он почему-то мне не отвечает по странным обстоятельствам. Поэтому я решил посвятить данную видео Валентинку тебе в 2020 году. Сам понимаешь, такое событие бывает раз в жизни. И вот что я тебе хочу сказать, Дапа. Своих чувств никогда не стоит стесняться по отношению к другому человеку, потому что пока ты будешь стесняться, вполне возможно, этот самый человек найдет себе другого, знаешь ли, человека, который не будет стесняться в выражении своих собственных чувств и вот прям скажет все настолько открыто, насколько это возможно. Именно поэтому Arizona, Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, по которому вы, а также Дапа, а также все остальные возлюбленные в 14 февраля сможете получить себе на руки своего персонажа по достижению, разумеется, 5 уровня целых 300 тысяч виртов. И не только, потому что также по ссылочке в описании есть ссылка на мой телеграм-канал, где там тоже идет поздравление ко дню всех влюбленных, а именно к 14 февраля. В общем-то, Дапа, ты знаешь, что уже давно вот мы с тобой знакомы. Наше знакомство началось как-то странно, что ли. Я делал большое количество видеороликов по типу «Дапа лох», и вполне возможно, они тебя злили. Если так есть, то я бы хотел принести свои искренние извинения за все это. Обидеть и оскорбить в тех роликах я тебя не хотел. Просто понимаешь, Дапа, пока вот ты там что-то бегаешь, прыгаешь туда-сюда, все никак не можешь признаться в своих чувствах ко мне, я ведь все вижу. Я вижу, как я нахожусь у тебя в закладках в браузере, я вижу, как ты просматриваешь каждый мой пост и на некоторые самые беспалевные ставишь даже лайки. Дапа, Пашок, вы вот просто вот так вот будет на ты уже. Пашок, ну я ж все это прекрасно вижу. Ну чего ты скрываешь вот эти вот свои чувства за какими-то 7 замками? Дапа, оно нам все не нужно. Понимаешь, мы просто поедем с тобой в какой-нибудь Лас-Вегас или еще там, где геям нормально относятся. И просто сможем нормально с тобой существовать. Ничего плохого в этом нету. Ну, не получилось с Данилом Геррерой, так я думаю, получится с тобой. Потому что у тебя там из возлюбленных может быть только какой-нибудь Ярослав Брюлев и Владислав, я извиняюсь, Штанга. То есть все остальные люди, они, ну, так сказать, видимо, не в твоем вкусе, я не знаю. Так вот, я в себе сочетаю, наверное, два вот этих вот человека, понимаешь, просто я уникальный. И вот я именно тот человек, который тебе нужен, а ты, наверное, тот человек, который нужен мне. Я думаю, что мы вот две такие половинки, которые случайным образом нашли друг друга и теперь должны, не в зависимости от ситуации, не в зависимости от каких-то прочих вещей, должны просто взять, объединиться и сделать какое-то одно знаменательное событие. Если тебя все это заинтересовало, то можешь написать нам вот эту вот мою почту, мы там все обсудим, а также сделаем все прочие вещи. Запишем с тобой, знаешь ли, FPS-ап, запишем сборку на 150-200 тысяч подписчиков. Дапа, все будет так, как скажешь ты, потому что лично я, как я уже говорил в предыдущих своих роликах, уважаю мнение своей второй половинки. Спасибо за просмотр видео Валентинки, Дапа, пока.